Просто мне этот интересно, вот, как он не половине будут привод менять. Не знаю, я вот сюда подъехал, я говорю, что случилось. Сейчас что при половине привод менять? Да. Насос. Половине, скорее всего, надо будет. А ты как... никак не поменяешь, если его не располовинить. А втулку ты как вытащишь? Он же в промежутке находится. Его все равно половинить надо. Ну, вот то-то и оно. Вот, блядь, тракторист, кричит, все... Нет. Че, вы, блядь, не налетели-то? Нет, ну, блядь, так, груз кричит, то, что он... надо. Вот все знает. Кабину нахуй, можно пусть... приподнять под подушки передние, да. Поставить чурбачки. Чурбачки. Гидробак можно выдернуть. А так вот, не половине, я не знаю. Наумчик умеет, может. Он же специалист, ёлки. Ну, там этот... Подшипники вот здесь вот. На самом гидробаке. Нет, снимать только половинить. Да, половинить. Доступа нет. Кабину приподнимем. Здесь что-нибудь поставим. Выйдет. Кабину не будем снимать. Ну давай, Жень, там, мы его пока давай трогать не будем. И так людей пока не хватает. Посему надо сеемся. Потом займемся им. Хорошо. Сейчас что, мы людей сюда дергать будем. И ни туда, ни сюда пока сделаем. Все равно посевная пройдет. Ну да. Сейчас нам главное, чтобы эти другие трактора нам отработали. Камеру, куда что подсоединял и потом отсоединяй. Все, просто включил, ушел, отремонтировал. Нам еще масло сливать надо. А лучше масло сначала слить, потом все это поставить. Монтировочкой может его? Чуть-чуть приподнять бы его. Или домкратом приподнять, закатить. Да, потом куном приподнимем его. Когда это? Ну вот сейчас козлик-то поставить надо. Ну козлики поставим-то. Разъединять будем и поставим. Аж бегом вот побежал за мной на. Я вот противовес-то мы не сняли. А сейчас... все равно и твой противовес тебя вот так наклонил сюда, на эту сторону. Я тебе его двигать тяжелее, блядь. Это лучше. Вон он, там смотри. Галчин, нахуй. Угу. Насоса. Насоса, который снимал, нахуй, как, какие. Все крышечки, все хуижечки, блядь. Ничего, блядь. А я поеду в поле, нахуй. Вот, а ты собирай его до конца, нахуй. То, блядь, как министр ходит, нахуй. Ломать все мастера, нахуй. Зря, блядь, масло сливали с коробки, нахуй. Ну там масло менять надо, она там какой-то с водой, блядь. Нахуя там вода, блядь. У нас валяется, блядь, если только эту переклепать, нахуй. Она же переклепывается, наверное, блядь. Сама это. Еще клепать, съезжу, куплю. Три заклепки схуярить, нахуй. Каких три? Ну вот она, воды. Ага. Вот она, шесть. Вот они, 9 штук, нахуй. А тут да, блядь, даже видишь, зазубрин там не сделал, не треснул, ничего не лопнул. Вот это, скорее всего, металл такой, блядь, ебаный. Ну, сыромятину сунули, больше хули тут. И лишь бы запчасти, нахуй, а то что, диск нормальный у нас, блядь. Диски нормальные, я вытаскивал, смотрел. Что, только корзина нужна? Корзина. Тот вал не нужен? Вон видишь, насколько меньше, блядь. Вот, тут по полмиллиметра, блядь, срезало, нахуй, шлицы. А может, они такие есть? А может, они и больше были? Он же вон этот, вверх поднимается же. Это надо посмотреть, блядь. Интернет в помощь. Ладно, возьму. Интернет в помощь надо смотреть. Если что, поменяем. Еду в поселок за новой корзиной сцепления. Также посмотрю вот этот вот вал, его шлицы. И, возможно, его тоже возьму.
пусть валяется, на запас, может быть, пригодится когда-нибудь. В магазине говорят, у нас стоит не тот диск, у нас стоит от 82-го, а не от 12-ки. Там другой должен быть. Вот сейчас еду к дяде Жене на поле с ним посоветоваться. Диск новый купил, вал новый купил и выжимной подшипник тоже взял. Думаю, что дядя Жене не видать. Он, оказывается, это поле закончил уже. Поехал на следующее. И что я его тогда объезжал? Отсюда ближе было к нему доехать. Так, к нему доехать. К нему доехать, а его здесь нет. Не понял. Открутить нахуй, вытащить, чтобы гидробак не снимать. Чтоб распред не вытаскивать ничего, а просто ее вытащить сюда и пиздец. Больше как ее, блядь? Вот я и хочу объебать, блядь. Вот интересно, там в коробке? Нет, скорее всего, там нету. Вот они сверху, два болта. Вот этот вот вал взял не тот. Это от 82-го, скорее всего. Нужно от 12-21. Не буду. Система ниппель. Я сказал, блядь, уйдите от трактора. Так я его не трогаю. Дядя Саша, когда что-то рассказывает, начинаете, говорите. Не буду я. А ты снимать не успеваю. Что, белки ушли? Да. Вон они сидят на лесопедах. Пока на нём поищу еду. Я сейчас обратно приду. На лесопедах сидят, на готове, блядь. Все, какой рак. Че это? Я думал, другой снимаете. Тут, наверное, штопор еще стоит. Да, должен быть. Там подшипник. Ну, его там и видно, что он там есть. Сюда его дергаем. Эх, эх, блядь. Да. Чего? Чтоб у тебя хуй на лбу вырос, блядь. Как ссать, так чтоб кепку снимал, нахуй. А, пять курочек держали. Не пять. Я тебе, блядь. Размер написал, записал тебя. Да мне похуй, что он записал. А у него он любит записывать. Ох, красивые девочки идут. Вон они идут, какие красивые. А чё прячешься, малая? Проще попасть, как Ратмир говорит. А вот эти вот, блядь, не проще? А нахуя? А сейчас ебаться вот так. А чё с ними ебаться? С ними ебаться не надо. Ты просто кабину нам приподнять. Ты когда выкладываешь, ты пишешь, что детям до 18 лет, да, смотреть пишет, запрещено. Да, пишет. Это всё пишет он. Нам надо вот сюда сейчас что-то подставлять. Туда и сюда, чуть-чуть приподнять и это подставлять. Что там, что с этой, с обоих сторон. Так надо вот сюда поставить и в землю. Да, поддон, да, пильнуть. А? Поддон пильнуть. Зачем их пильнуть, там этих досок вон дохуя валяется. Он по высоте подходит. По высоте. Там досок много. Досок, ну досок, он выдержит кабину-то, блядь. Кабина, тем более, гидробак висит на нем, на кабине же. А, он на кабине висит. Конечно, вот же все. Вот. А если один край, то просто ломиком приподнять. Что они решили будет делать? Нет. Приподнять трубой кабину. Сзади тоже надо кабину откручивать. Трубой? Да. А что не кудом? Чуть там сзади, потому что кудом по центру зацепишь. А не открутили только передний край же кабины. Нет, зачем? Сейчас и сзади откручиваю. За перед, что? Ну ладно, сами смотрите. Главное кудом поднимать, ничего лишнего не оторвать. Правильно? Вот тогда надо открутить кабину, чтобы она полностью, она же вся будет подниматься полностью. Ну а здесь-то оно все зацеплено. Тяги там, не тяги. Нет, там она
течет больно-то маленечко. Ой, вот, вот это вот открутили бы, вот эту хуйню, и никакой кабины ничего не поднимать не надо было бы. С одной стороны, да, он 6 болтов открутить. Геморрой, сейчас начнем болтов кабину поднимать, что-нибудь там порвем. Кстати, там. Кстати, да, тоже верно. 6 болтов и промежутку вытащить. Мы сейчас кабину начнем поднимать, мы тут внутри что-нибудь порвем. А Максим дело говорит. Давай открутим. Ой, ты что? Вот я говорю, тут еще какой-то сальник стоит там внутри. Видишь? Ну. Я говорю, где-то что-то мы. Ты давай где-то что-то откручивай, нахуй. А я что? 12. Бери головку на 12. Головку на 12. Это надо еще за ней идти. Еще надо на ее найти, блядь. Надо, значит, вот, брать вот деревяшку. Видишь, он наполовину вышел. Вот, видишь, этот подшипник вышел. Ну, я сейчас бил туда, этот подшипник уперся вот в эту звездочку и толкнул сюда. А за, где у вас? Это видишь, она тут вот это только вытаскивает. Увидишь, она тут соединение гибкое. Ну, кувалда, блядь. Ну вот это же, смотри, уже вышел наполовину. Лишнее тоже не разбирайте. Лишнее, что не разбирай, а как ты вытащишь? Ну она же не мешается. Кто, вот это? Да. А если это там упирается в шестерню, где она? Где у нас большая шестерня? Вон. Там шестеренка там поменьше. Маленькая она должна вообще пойти. Да, вот этот только вот подшипник, видишь? Штопорного кольца не было. Так он там, оно есть получается. Видишь? Штопорное кольцо есть. Да, поэтому мы его и без подшипника не выйдем. Что скажете? Лучше под горячей рукой не ставить. Это как ударит. Поздно. Сейчас ремонтируем. Ребята, выключи. Саня взялся, Саня сделает. Не сделает, она заебала нахуй. Это трактор нахуй. Ты отвертка эту не попробуй. Что делаешь, Азат? Герметик еще. Очень удобном положении. Ты где катался? Скажи ему, ответь, как мне ответить. Давай. Не. Ты тебя хуй носил. Я что-то, блядь, дядь Саша ходит, первичный вал ищет. А он родной есть. Ага, блядь, если он свой родной, блядь, можно поставить. Болты выкрутить не забудьте. Знаю, я сейчас. Я знаю, что вы знаете, я говорю, не забудьте. Я ключ вон он лежит. Я пол оборота нихуя, там немножко. А сцепление регулировать тоже не надо. Лапки ровно стоят. Тяга эту идем нахуй, да и руки не хватит. Сколько миллиметров должно? 13. А, 13. А где это? Где-то ж есть там. Да, в складе сейчас. Ну в складе это вон, Радмир, есть ключи, вскроем нахуй. Посмотрим. Лежит. Мы с Максимом сделали вывод, что вы пиздун. Пиздун? Тот пиздун какого хуя крутится-то, блядь? Ну задом бы и поехал бы, блядь. Масса не выключили. Ой. Где? На куне. Вот когда цепляли, потом вылез и массу не выключил. Масло собирались разгружать. И хуй. Что, совесть не мучает? Не хватит. Вот. Вот сюда, видишь, трубочка идет. Там, а там и на этот, на передний мост давления не было. Ну он сказал, передок не включается, ну, ничего не включается. Вот. Она вот из-за этого насоса. Блокировка вот не включается, обе колеса внизу зарыло вниз. Ну, она, я говорю, вот только что, и вот это не включалось. И сюда вот масло не поступало. Он бы дальше зарылся, там нарезка не дала с этим, с культиватором. Все в земле уже. Ну. Рисовать сразу.
кто подглядывает. Ты. Тебя поставили подслушивать, а ты подглядываешь. Чудо, блин, ой, чудо. Ой, бля. Тысяча слов. Да, надо. И одно действие. Там не тысяча, там миллион слов, бля. Сука, с переднего моста, бля. Занавес. Это. Иди. Давайте, зубило. Дай-ка доску. Чего тебе, блядь, зубило? Иди отсюда, вместе с камерой. Вам зачем медные? Куда вы их ставить собрались? А, тебе на задницу, блядь! Вон они! Ёб твою! Блядь, раз заеблись, нахуй искать, блядь! То им надо выжимной подшипник, то им не надо выжимной подшипник. С ума с ними сойдешь. Дядя Саша посмотрел, говорит, не надо. А я уже выжимной купил. Ну я, ладно, не надо, не надо, отвез его обратно. Дядя Женя посмотрел, говорит, надо. Сейчас Максим говорит, дядя Саша смотрел, говорит, ну давай возьмем, поставим. Сейчас съездил, купил. Из которой попытки правильно соберем? Не знаю. Еще и отругали, почему выжимной взял не КамАЗовский. Говорит, КамАЗовский лучше. Показывай ему, у меня руки заняты. Ремень перецепить, на цепочку поднимешь. Чтобы у него свободный ход был, здесь у него свободный ход. Да, вышла сердца. Экшен, блокбастер, бля. Главный роля Максим, бля. Ван Дам Терминатор. Сказал бы сзади, где он находится. Отсюда не слышно, что они говорят, но там каждое слово мат на мате. Морда идет чуть-чуть боком, поэтому у ребят возникла идея зацепить за колесо и просто его подтянуть. Маховик крутанет. Чё ржёте? Да здесь всё идёт нахуй. Здесь это открыто, ёптвой. Я и эту крутил нахуй. Сейчас мы его ебанем туда, нахуй, толкаем. Человек стоит. Система Кучука. Техника, шатай, толкай. Куда ты ко мне? Ну вот этот угол. Не надо угол. Твой угол именно надо, блядь. Хуя мой не надо. Надо твой, говорю. Ну здесь вот этот вот зазор меньше, чем с той стороны. Значит, мою сторону она сейчас будет толкать. Да. А здесь его приподнять надо. Чуть ниже. Ага, вот были бы они мне в кармане. Я их все склал в путь, не хоть сюда, блядь. А здесь кроме вас вчера никого не было? Мы с Женькой были вдвоем. Ну вот. А сегодня, когда мы пришли, вы здесь уже были. Так что не надо. А вот не надо.
Максим на 19 есть ключ. Максим. Ну мне нахуй не нужно. Давай, один на 19 тоже есть. Тогда извинись. На 17, тут две, блядь. Ёбать. Где ключ на 17? Да иди в гараж. У него в карманах, смотри. Я устал. Я ключом по ушам получил. Головка здесь, да, она. Ключа, по-моему, не было. А посмотри в салоне, Сань. Дверь открой вот эту. Найки. У кого? У Сани Найки. И че? Айр Найки, Айр Макс. Блять, галоши имеется в виду. Ну, все испортил. Еще раз скажите. Крутишь лево, поворачивай вправо. Этот пьяный велосипед есть же? Забудь про тормоза, газом работать надо. Вот. Крутишь влево, едешь. Он точно на Сабантуй готовится. Да. Наумчик. У него тоже точно пьяный, блядь. Доедет 100 метров на тракторе, да? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кстати, никто этого не говорит, ты говоришь? Нет. В конце? Нет. А, спасибо всем за просмотр. Да. Вот, спасибо всем за просмотр, ты в конце вставишь.